Итак, ну что, здорово, вагоны, короче, надо что-то выпускать, думаю, по гайдам, не терять, так сказать, время. Так вот, давайте вернемся к гайдам, да, то есть не выпускал довольно долго. В общем, играем на катаклизме, так сказать, на вовсерке, x5, все дела, ночью заходим. Если у вас горное дело есть, можно позаниматься фигней полнейшей. То есть вы можете пофармить обсидиановую руду, если она у меня с собой сейчас, одна штучка вроде есть, да, отлично. Вот, смотрите, каждые 2 минуты резается руда, допустим, здесь. Вот здесь вы можете забирать одну руду, видите, где одна руда сила, то есть хиджал попадаете, хиджал, и вот место, это вот. Подлетаете сюда, вот координаты, если что, курсор 57.31, 14.89, все. Примерно здесь берете, подлетаете, забираете руду. Это первая руда, потом залетаете в пещерку. Эта руда, кстати, резается 2 минуты приблизительно, то есть собрали и полетели. Вот так вот. Летим в пещерку, там у нас 3 руды приблизительно. Ну да, 3 руды и есть как бы. То есть вы подлетаете просто, да. Подлетаете, все собираете, все по-красивому делаете и улетаете. То есть обратно вот так по кругу ходим. То есть это фарм не лучше, чем на траве, которую я показывал, но все равно. Такой фарм есть, быть и так далее. Он существует в любом случае. То есть фарм обсидиановой руды. По пути единственное, что вы по пещеркам вот тут лазаете. Единственная проблема это мобы. То есть они задалбывают понемногу. Хотя можно их игнорить на самом деле. Они никакой опасности не проявляют. Они очень слабые. Ну, по приколу можно их поубивать. То есть так прошелся. 4 руды собрал. То есть примерно пак руды собирается как раз на 4 диспела. То есть вы как раз добегаете до этого. Получается до руды обратно назад. И получается вы как раз 4 руды задиспелите. И руда резается. Примерно так и работает. Так что вот, можете юзать. Показываю все дела. Сейчас добегу до той руды, чтобы вам показать, что реально резается спустя 2 минуты. Примерно. Уже первый пак ваш. Так что да, юзаем, если что. Ну, я уже долетаю чисто. До руды. Чтобы чисто просто показать. Да. Вот, собственно, здесь руда. Так, резается. Ну, давайте задиспелим 4 руды, ради чего мы их и собирали, в принципе. Просто диспелим, да. И сейчас появляется прям подо мной руда. То есть как раз вовремя. Ну, видимо, я слишком быстро это сидел. Ждем по времени, смотрим. Там 2 минуты приблизительно. Должно быть. Ну, вот, видите, 2 минуты как раз. 2 минуты и 10 секунд примерно. Ну, это от времени зависит, наверное, на самом деле. Потому что оно по времени колебается. Там, от онлайна зависит, либо более глубокой ночью. Короче, от времени сервера зависит. Но обычно ночью такой респаун, как сейчас. Вроде как можно и поменьше респаун сделать, если сервер будет длиться еще дольше, без падений и так далее. То есть тут респаун подольше, потому что летел подольше сейчас. Так что да. В общем, если что, юзайте все дела. Вот покажу, что вся руда резается по одной. Чисто забираю и бегу. По идее, все про это место знали, но мало ли кто-то не знает. Пусть, так сказать, узнает. Все, я показал. Всем спасибо за просмотр. Можете там лайк втыкнуть, подписаться на канал, если вам гайд был полезен. Работает такое только, повторяю, WoW Circle Cataclysm X5. Играю на этом сервере. Так что только на нем оно юзабельно. Но если говорить про что лучше фармить, то гляньте прошлый гайд по траве. Там вообще много травы собиралось. Намного быстрее вы просто по КД фармите. Ладно, всем удачи. Спасибо за просмотр и ба-ба.